Дорогие друзья, Христос воскрес. Это начало нашего веры. Это начало нового эпохи. От Евангелия Луки мы читаем, как ангелы скажут женщинам, что вы ищете живого между мертвым? Его нет здесь, он воскрес. Много раз, более 20 раз был Гефсимане, был в пустом храме, где нету Иисуса. Гроб Иисуса пуста. Я свидетельствую вам, Иисус жив. На двери гроба Иисуса Христа написано, его нет тут, ибо он жив.